Всем третьего подряд чемпионства Реал Мадрида в Лиге Чемпионов. С вами FIFA прогноз, очередной выпуск. Реал Мадрид против Ливерпуля. Финал чемпионата, не чемпионата, а Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017-2018. Со мной, как обычно, играет Александр Дегтярев. Знаешь, что делать, знаешь, что говорить. Знаю, что делать, знаю, что говорить, не скажу. Да. Перейду сразу к котировкам букмекеров. Бесспорным фаворитом считается тот, кто третий год подряд участвует в этом самом финале. И третий кубок подряд может уже взять. Реал Мадрид, по мнению Винлайна, на него стоит ставить с коэффициентом 2.18, 1xbet. И Олимп дают 2.23. В целом небольшие коэффициенты, но если большие, вернее, но если вы взглянете на коэффициенты Ливерпуля, поймете, что Реал дают немного. Победа Ливерпуля 3.19, 1xbet. Это самая жирнейшая, наверное, ставочка на победу Ливерпуля среди всех отечественных русифицированных букмекеров. Винлайн дает 3.03 и Олимп 3.12. В целом достаточно много, но в победу Ливерпуля мало кто верит, наверное. Я думаю, то, что Ливерпуль все-таки выиграет благодаря некоторым факторам. Во-первых, это игра Салаха, которую кто-то преувеличивает, кто-то недоувеличивает эту игру. Недоувеличивает, да. Бесспорно. Это гениальная игра в защите Вирджила ван Дайка. О, да. И это белоснежная улыбка Роберта Фирмина. Нет, который иногда вот его так зумирует, то, что он похож на, будто ему 50-60 лет, он прям бабка, которая вставила вот эту челюсть. Я не знаю, это отвратительно выглядит, особенно в английском футболе. Человек 2 года брекеты носил, играл с ними. У них же есть еще Рагнар Клаван, бесспорно лучший эстонский защитник всех времен и народов. Но этого недостаточно, чтобы быть хорошим, да, защитником в мировом футболе. На ничью котировки букмекеров просто огромные. Никто не верит, что этот матч закончится в ничью, но команды забивные. Я бы вообще порекомендовал ставить в этом матче на тотал больше, и тотал больше многого, потому что здесь должно быть мячей немало. Я думаю, наоборот, будет меньше мячей, потому что Реал Мадрид со своим возрастом будут играть очень осторожно. Марсело очень часто в этом сезоне спит на своем фланге, благодаря чему очень много ребят проходят по его бровке. Криштиану Роналдо боится, что его зубы и волосы уже начнут выпадать, и парниша 33 года. 33 года человеку, который играет в этот отвратительный футбол. Не любишь ты этот вид спорта. Нет, я не люблю испанский футбол. Пойдем. Короче, играем. Финал Лиги Чемпионов. Реал Мадрид, отстой. Ливерпуль, отстой. В общем, две команды, которые не заслуживают этого кубка, сегодня играют на Олимпийском стадионе в Киеве. Петр Порошенко на своем поле встречает две команды из Испании и из Англии. Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2017-2018. Ливерпуль начинает. А надо было все-таки выбрать Донбасс-арену, мне кажется. Да ладно, Петро везде. Прекрасный хорватский парень, полузащитник. Ужасно, просто ужасно. Джеймс Милнер, чего реально не видать в этом матче. На 5-й минуте он сольный не забьет, проход. Он не забьет, проход. И сольным проходом он ничего не сделает. Кариес разрушил зубы, но спас ворота. Как это приятно! 3-0 и 2-0. Разыгровка нормальная была, да? 3-1, вернее. Ну, это было ужасно. Ух. С точки зрения обороны Реала, я не знаю, что это была за дырень, а это было. Ну вот действительно от человека стальные зубы, это можно ожидать. Роберто Фирмино на 13-й минуте уже забивает гол. Я, в принципе, я думаю, то, что можно такое от него ждать. Так, парни, соберитесь, это все-таки не Ла Лига. Суета какая-то непонятная сейчас в штрафную Ливерпуля, но заканчивается это все, как всегда, выходом 1-1, ну естественно. И, ну, естественно. 3-0. А ты сделай стамбульский финал. Ну, можно попробовать, но с такой обороной нельзя. Ой. Ну ты посмотри на этих парней, это же просто смешно. Это же не парни, это же Роналду.
А вот его могу назвать иногда и с Роналду. Ну, у него же с Роналду. Какие бутсы классные были. 3-0, 5 ударов по воротам. Ой, 5 ударов просто, 3 удара в створ, у тебя 4 удара и 1 створ. Все по владению, по-моему, ты меня выигрываешь. Ну, тут несправедливо. Да, выходит 11 на 1, вот это вот классическая для сегодняшнего матча история. Это очень напоминает чемпионский «Спартак». Прошлого сезона они так любили играть в матчах с условно там «Анжи», когда вчетвером нападающие шли на одного «Джики», и на лице нашего защитника просто читалась откровенная паника. Ой-ой-ой-ой. Кто это был? Человек «Стальные зубы»? Человек, который шел сейчас на хет-трик, который был бы абсолютно справедлив по сегодняшнему ходу игры. Смотри, как ей забьет. Смотри, как забьет. Смотри, смотри, он еще сейчас будет праздновать, как будто не 85-я минута и счет не 1-3. Дурачок ты, парень, ты проиграл финал. Подожди, а я ждал это. Нет, я так не буду делать. Отличный пас прямо в ноги сопернику, я так и хотел. Знаешь, иногда складывается впечатление, если посмотреть мою игру, как будто бы я играю в поддавки с тобой. Просто отдаю все мячи тебе. Пропусти, пожалуйста, ну что тебе стоит? Ладно. О, Волк-Лоун пошел. Никогда не... Выйди. Не понимал вот эту песню. Выйди. Сейчас выбьет еще такой мяч в аут. Про какого волка они там поют? Алонистого. Ага. Что, 3-1? Кубок ничего. Что? А, может, серия пенальти? Нет. Нет, нельзя, да? Ну, да. Ладно. 3-1, победа Ливерпуля в Кубке Европейских Чемпионов. Вот так вот скажем. Даже так. Итак, Кубок Лиги Чемпионов в этом году отправляется в Англию. На берег реки Мерси. Да, он лучше знает, что куда там отправляется у них. Goes to Кубок of Nothing. Кубок of Nothing сегодняшнего вечера. Да, этот сезон был хорош, наверное, не знаю, для итальянских клубов он очень такой был так себе, потому что в этом году мы прощаемся с легендой, с Джиджи Буффоном. Ну ты нашел, как подвязать победу Ливерпуля в финале Лиги Чемпионов. Мы чествуем Мо Салаха, сегодня он не забил, но все еще продолжает быть лучшим бомбардиром сезона, по крайней мере в Англии. Ну и Роберто Фирмино очередной раз хотя бы в FIFA доказал, что он заткнул рты всем критикам, которые считали, что он незаслуженно выходит в составе Ливерпуля в этом сезоне и в предыдущем. Да, и показал свои белоснежные, аккуратно поставленные бабушкины зубы. Да, выглядит это отвратительно. На этом все. Клубный сезон, друзья, у нас подошел к концу. Дальше, больше, дальше. Чемпионат мира по футболу, который пройдет на великой и могучей территории PlayStation 4. Территории Российской Федерации. Я надеюсь, что стадионы наши нормально там отсканируют. И ту плесень, которую ты находил на Казань-арене, ее там не будет. Ну, будем надеяться. Да, но было бы прикольно, если бы она там была. Увидимся в следующей неделе, друзья. Там будет очень круто, интересно, качественно, годно. И там он тоже будет. Пока.